Сегодня торги на московской бирже открылись незначительным ростом курса доллара и евро против рубля. Российская валюта продолжает находиться в очень тесной зависимости с ситуацией на нефтяном рынке. Вчерашние данные от Министерства энергетики США продемонстрировали снижение уровня запасов на 4,4 миллиона баррелей. Тем не менее, такая динамика показателей не позволила нефтяным котировкам серьезно укрепиться. Рынок Форекс находится в ожидании важнейших данных по рынку труда в Соединенных Штатах Америки. И в случае, если данные окажутся слабее ожиданий, то это приведет к значительной коррекции доллара. В этой ситуации мы ожидаем соответствующий рост нефтяных котировок, которые движутся в отрицательной корреляции с курсом доллара. И это, в свою очередь, даст возможность рублю несколько укрепиться. Других факторов в пользу укрепления рубля на рынке в текущий момент нет. Внутри дня рублевые пары будут стремиться к отметкам 64 и чуть выше против доллара и 70 против евро.